10 это можно. Угомонись.
Всем привет. Здоровенько. Кому надо Т5 на друида? Кто там еще вар? Плечи. Ты не потянешь, сбрасываешь, это не тот рейд. Возможно. Просто когда мы пойдем в обычку, другой состав может быть, так что ты зря спрашиваешь. И да, привет. Танки в стане. Куда бежим? Почему у меня танк резает? Че за хрень? Thank you.
вы упадете, лестнем все быстро. Причем этот трэш, а не так, что три калеки. Стоп, хил. Три героя упали и сказали, их треснут. Думал, вы убили трэш? Долго били бы очень, зачем? Легче резнуться и быстрее его слить. Дальше уже пойти. Ну смотри, сейчас пока не что-то прибежит. Вместо того, чтобы трендить, надо было встать и бежать. Всем надо бежать, я не знаю, чего вы лежите. Я до последнего жил, так что. Ну вы смотри, в танк и в 2DD там били, в 3. Как долго это будет длиться? 2 минуты добежать до того же места. Даже меньше. Кто все еще лежит, можете не вставать. Геру скидывали мы народ. КД на Геру скидывали. Ничего не люди, что ли, ёбаное все. Не знаю, кто там лежал, я бегу. Ярости недостаточно. Поставьте шкаф и убери лапу сумму. Вырезали. Целые Эльдара да открыли. Супер, убери лапу. Сразу через 3 шкафа. Как тебя ждали? Работает.
Все страшно водится, конечно. У нас как бы танка нету, Плови в дискорде не отвечает, так что вероятно мы просто прошлись по трэшу и сейчас пойдем убивать Аллара. Воронки лишней не бывает. Короче, идем назад к Аллару, подождем до 7, если Алоэ не появится, убиваем Аллара, а дальше ока обычка. Не-не, робот на завтра оставим. И только после Солариан. Хорошая планировка. Ну потому что, как обычно, будет уже пару недель. Да, а то потом никто не придет опять. Да-да, вот именно в связи с этим будем делать что-то не по плану. Непредсказуемые вещи. А завтра Лага, думаешь, придут или? Не придут, значит робот останется до конца недели. Дело-то простое. А у нас еще там другие рейды всякие не закрыты. Че, усилки вкидывать будем, не будем? Ну, можно, да. Урон. Че, по сколько? По соточке? Турены могут. Или если чарку на наручи на сопрот к огню, то можно и не кидать. Соп тебе хотя бы стоит. Да я думаю, сопрот на наручи больше зарешает, не? Мы обычные сопроты, кстати, пьем или обычные фласки? Не, тут сопроты пьем, конечно. Просто чарка 105 сопроту дает, проще, по-моему, чарку одеть, чем сопрот выдать. Или вернее какой-то. Ну знаешь, чтоб типа неожиданные хлопки, если будут. Три там штуки. Легче прижим. Я сначала убрал один выжает. Серёга, а у тебя что, второй комплект одежды или ты перечариваешь? У меня трое наручи есть, одни на СПД, одни на огонь, одни на темную, либо на тайную. Бля, надо тоже так замутить на сопроты. Не, ну если без ГП отдавать будут, то как бы проще камень один раз купить и все, и в комплект лежат сумки, да и все, чем
шкуры постоянно покупать. Тем, кому нужны разные шмотки, чтобы вот менять их в ОКХМ с резистами, это вы пишете мне, и без ГП мы с этим как-нибудь уж разберемся. Если они, естественно, будут прям вот, ну, совсем никому не нужны, там, на мейн-спеку, в спеку, если там хотя бы одна вещь такая нужна, то чуть-чуть придется подождать. Если вот они совсем никому не нужны, да, тогда просто так отдам. Короче, до 7 курим, 7, чтобы все были здесь, и пули Малара. Если не приходит алоэ. Так, а на Алара-то у нас хватает танков? Да, с головой. Народ, сразу не получится. Видишь, мосса нету. Еще там люди отошли. Просто до 7 сейчас всех подождем. И уже сетап переделаю, будем пулить. Те, кто меня в личку предупредил, что надо срочно по какой-то причине отойти, те и отошли, я это имею в виду. Валя, а насчет дублирования шмотки, тебе где писать? ПМ или в десять? Да что там так в чате озвучите при роли, да и все, сразу же видно, нужно, не нужно ли. Типа да, просто в рейте, я тем более голос есть, скажешь там. А типа мне надо две головы топять. Смотри, у нас уже какое КД в Т5 это сложнее, ладно, наручи там на кожевку, это другое. Но нонсеты, да, без проблем, с Т5 просто сложнее будет, потому что уже пару недель ходит мумикатор. Т5 можно и продать 1050. Короче, на очереди за Т5 башкой нашего класса это намекаться, потому что он уже не первый раз пытается ее в сессии собрать, ему надо 4 Т5. А после него уже посмотрим. Просто я выбрал, на каждого босса каждая чарка, считай, 3 раза перечариваешься и 120 голды. То есть так это неделя... понятно, да. Ну, Т5 понимаешь сам, да, это необычные наручи, там, с духом на хила, которые уже одеты на всех практически. Даже на офспек они не нужны, там уже шпешнику тоже. А Т5 это Т5. Полтора. Не, ну когда совсем не нужны уже, Т5 покупать никто не будет. Покупателя можно потеснить, я имею в виду игрокам, там, мейном. Мейн спеку, в спек, а дальше уже разберемся как-нибудь. Придумали бы они, чтобы это шмот с брюлями переодевать можно. Вот это перебивание камней постоянно, это вообще дурдом, бля. В смысле переодевание с брюлями? Ну, я в шмотках 3 брюля меняю постоянно между ДЦ и холи спеком. Ну и плюс там еще плащ, там и кольца, и все такое прочее, пушки. Ты именно переделываешь брюли, или просто вот брюли, брюли перекидываешь с мотки в шмотку. С одних штанов в другие, с критан на хосту. Я уже один раз забыл 4-ю шмотку Т5 одеть на Аларе, блядь. Надо купол ставить, а у меня купола нету. У кого тут дома стоит кондиционеры, нет? Мультисплит, вот эти плит-системы двойные, либо это один...
меня какой-то Samsung. Я вот просто планирую ставить в зал и спальню кондиционеры, и хрен его знает, что лучше. Кто-то говорит, что лучше раздельно ставить, кто-то говорит, что лучше один уличный этот блок и два в квартиру. Плитка всегда лучше, там есть система рециркуляции и так далее. Какой лучше? Ну, сплит-система... Не, это понятно, что сплит. Есть мультисплит, где один блок на улице стоит, и который выдает на два или на три в квартире. Либо два блока на улицу, два блока в квартиру испарителя. Тут уже это вопрос цены, экономичности, всё херня главная. Да по цене там практически то же самое и выйдет, там 5000 выйдет разница. Не знаю, там просто, может, у тебя там электричество мультидорогое. А два блока просто жечь будут, блядь, прилично. А какая разница? Там то же самое, два компрессора стоит только в одной коробке. И один вентилятор, один этот просто испаритель. Там не два вентилятора, а один стоит. Там разница есть, не может. Я вот и спрашиваю поэтому, что лучше. А то что-то жарко, блин, на улице 25. Вчера только отопление выключили в квартире, блин, это жопа была вообще. Блять, когда на центральный, это пиздец, когда, блядь, когда жарко. Стоит. Так у меня батареи еще чугунные стоят, советские. Эти, я уже и короба глухие сделал, на них все равно жарко, без коробов я тут вообще сгорел бы, блин. А поставишь эти новодельные, они то забиваются, то их прорывает, то они там, блядь, разрушаются от хладагента этого ихнего. Там, блин, вода такая ржавая течет, что она разъедает просто этот алюминий. За два года он, товарищ, поставил, через два года у него батарея потекла нахрен. Проела ее коррозия. Кто не АФКшится, сманите в рейд обратно, пожалуйста, меня. А что там по сопротам? Подорожали, подешевели или что как? В пределах пятишки вроде. 500 голды? Ну да, что-то в этом диапазоне. Ничего, короче, хорошего. Охуеть, их еще и уменьшили, они стали еще и дороже. Там же реги поменялись. Там дискорд. Это просто трэш какой-то, блядь, придумали. Никто не заморачивался, не подсчитывал. Я не понимаю, блядь, что эти продукты, блядь, они, которые тут все фармили, блядь, гандонили рецепты, что нам там, блядь, сопрот поиграть? Монород, из кусков Т5 на танк тебе чего осталось? Напиши мне в личку.
Мосс ничего не писал там, от него не было вестей. Tus asteros y puta ore que tona le cleston podo to son una racoluzi arestitoni toro y de ira rosi tus tolmundos ef cardios proscopin ton son potmon. Spem fixilionis quondos e love mironas ossisse is atrapos nonimus anapalinis toparestion salpos metemio le lo. Помогает. Ваниэль, а Ваниэль, бюджет ты тут? Рекламу в социальной да. Сети каждый понедельник до 30. Если ты не попадешь в топ 10, плохо тебе будет. Блять. Давай обратно в соуспешность, тогда точно не попадет. Так, да. Лучше не передамажит, в который контролем занимается. Тут я почти уверен. Просто человек очень хочет в ОКХМ, пускай сходит разок. Если он будет низко под... он сюда больше не попадет, пока не научится кнопочки нажимать. Сумонь давай, блядь.
Давай, ну, поуказывай еще, что делать, я тебе еще... подожди, что там, очки надо, нет или что? Да, обязательно. 150 стамина. Окей, сейчас. Ты хоть был тут раз? Да нет, блять. Мы тебя не брали сюда, да? Они сами не ходили толком. Дарт, ты помнишь, что тут делать? Ну, если ничего не изменилось, то помню. Ты как давно тут был? Как давно? Месяца два назад. Чокерс. А, кстати, да, точно, я забыл. Тотемом своим аккуратнее, чтобы контроль не сбивать. На второй фазе это прям критично будет. Про вулкана? Что? Про тотем какой? Вулкана тотем или какой? А, да, Т5 тотем. Кирс, а что он делает через так там? Контроль сбивает он. То есть с него прям в угол к боссу ставить? Подалеко? Или вообще не ставить? Если... Он на какой вообще радиус бьет? Ну вот, сейчас скажу. Видишь, как я отстаю от стены? Ну? Ты под себя поставлю, до стены отстает. Ну это еле-еле. Метров сколько? Ну, метров 10. Сейчас скажу точное количество. 15 метров. Это много. А ты что, в танке, что ли, Бабик? А ты что, не видишь, что ли? Вижу, блядь, поэтому спрашиваю. Нет, ну если бы у тебя был проспект, ты бы потанчил. Так, короче говоря, Кават. Слева направо платформы. Кават первая, Монород вторая, моя третья, вот четвертая. Значит, пятая группа Хилы, Девка, ты вместе с ними. Рыбу. Даниэль, поставь третьего овра. Что у нас по хилам будет, собственно говоря? Шторм, Гевка и Полина, вы будете между первой и второй платформой. Элбрил, Кирс и Дейдри, вы с рейдом. Так, расскажи тактику. А Гевка сможет анонсить одновременно еще и хилить? Анонсить попробует Делорус. Если что, вы можете, кто в себе уверен, помочь ему с анонсом контроля. По половину людей в Дискорде сразу меня быстренько из ЧС достают. Я, если что, по анонсу там крик и стоп-кат. Значит, для Дарта и для Ваниэля на первой фазе босс водится по кругу. Вы просто бегаете и бьете его. Если перо в мелизону упало, переходите дальше за боссом с танками. На второй фазе, соответственно, задача рейда слить 4 угля и боссу упасть. То же самое. Боссу взять в фокус